Итак, мы переходим к следующей теме. Это освобождение от захватов. Я бы назвал эту тему скорее показательной. Здесь представители айкидо могут показать, что они не зря тренируются годами. Ну, например, да, захват за руку. Оп, он взял противник. Мы его сюда выкрутим, выламываем кисть. Второй захват, ну, например, за бары, да, берусь, раз, любят брать за одежду. Делаем накладочку и в эту сторону опять выламываем. Противник падает жестко, быстро. Второй прямой пытается нас за бары взять. Мы отходим и воздействуем на лоб. Красиво, но абсолютно бесполезно. Не тратьте своего времени и сил на отработку всей этой шняги. Это абсолютно бесполезно для улицы. Даже не думайте это все применять. То есть это, ну, это показать вам на камеру, да, или перед друзьями попонтоваться, типа возьми меня за бары, сейчас я что-то покажу. Для улицы это все неприменимо, и не тратьте свое время на отработку этих заломов. На улице существует всего два захвата, это двумя руками за бары, и захват за голову, когда берут за шею, под руку, под мышку. Я вам покажу сейчас максимально эффективное освобождение от этих двух захватов. За бары мы уже рассматривали. Еще один момент вам покажу, который вы должны отрабатывать и уметь делать в таких случаях. Итак, переходим к первому захвату, такому одному из уличных захватов. Это за бары, когда берут за одежду двумя руками. Обычно делают пьяные здоровые дядьки, которые хотят показать силу, да, не умеют бить, но привыкли там бороться или тягать за одежду, сразу берут за бары после пивнухи и пытаются сделать. Реально я понимаю, что он здоровый мужик, там, да, под 120 килограмм, я его не вырублю ударом. И советую вам отрабатывать вот эту очень простую, такую хорошую защиту. Мы сразу поднимаем руки, типа, пусти. Понятно, что нас никто не слышит. Пальцами проводим по глазам. То есть такое делаем движение, как бы пальцами вдавливаем глаза и быстро проводим руками. То есть это отвлекает внимание, да, и убирает. То есть все сразу черный взгляд, ничего не видно. Резко наносим удар, пах, коленом между ног и добавляем локоть в затылок. Все, этого вполне достаточно. Но вы должны это делать быстро. Если вас схватили, вы говорите, пусти. Что ты мути, гуты, ничего не пускает. Вы должны сразу сделать эту контратаку. Потому что если вас повалят на землю, там бросит за бары, будет совсем другая ситуация, совсем другой разговор. Все опять, он берет, сразу пусти. Раз, два, три. Все. Четко, коротко, эффективно.